Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Ну что, пойдем сегодня на лигу, поиграем маленечко. Как ты видишь, я уже нахожусь на 20 ранге. Буду играть за разгрома, поехали. Вчера, кстати, я неплохо повеселился за кадром. Попробуем сегодня также, надеюсь, мне повезет. Потому что там, ну, действительно были серьезные такие моменты, где я думал, что все, сфейлюсь, но выигрывал. Так, ищем с вами соперника. В принципе, здесь с этим никогда проблем нету. Но сейчас что-то долговато, конечно, находится. Все. Так, и мы с вами... Ага, 7-й ранг у чувачка. Ну, я тебе скажу, даже 7-й ранг может выиграть. Так, в принципе, неплохая рука, я считаю. Поехали. Первого хода, конечно, не будет, но меня это нисколечко не пугает. Так, пропускаем. Смотрим, что здесь у нас. Ох ты, подсолнух. Так, ему нужна энергия, да, судя по всему? Ему нужна энергия. Зачем? Что он тут собрался делать? Ладно, мы вот так с тобой поставим. Сейчас он тут... Опа-на! А вот это плохо. Я еще и подбить, к сожалению, не смогу. Так, поехали. Предположим, он решил себе вот этот подсолнух, что ли, прокачать? Или как? Пока не знаю. Давай сделаем вот таким вот образом. О, рикошет, друзья мои. Вот это хорошо. Вот эта карта замечательная. Так, он восстанавливает здоровье, да? Он все-таки думает, что этот подсолнух его здесь выручит. Ух ты, даже так? Ладно. Предположим, друзья мои. Что мы с тобой можем сделать? Ну, во-первых, позвать сюда рикошет. Это однозначно нам нужно сделать с тобой. Так, поставим, наверное, вот сюда. Так, еще две энергии есть. Я смогу поставить неуязвимость. Ну, если понадобится, конечно. Так, он поставил пенек. Оу, как все запущено. Так, ну что, рикошет, значит, да? Давай-ка вот этого уберем. А здесь поставим с тобой неуязвимость. Поехали. Опа. Не-не-не-не-не, родной. А сейчас будет эволюция, по любасику. Сейчас будет у нас с тобой эволюция. И будет она делаться вот таким вот образом. Правда, он может сюда кого-то еще поставить. Я думаю, что у него колода будет состоять из горкострелов, да? Скорострелов там и там подобное. Так, у нас с тобой есть еще клоун. Так, он будет его прокачивать или нет? Ага, опять подсолнух. Оу, еще и хиллер. Еще и хиллер, да? Ладушки. У него всего одна карта. Короче, парень попал по полной программе. А может быть, девушка, я не знаю, кто играет. Так, он копит там энергию, я смотрю, потихонечку. Да, у нас с тобой есть безумие. Ну, я, наверное, сделаю. Я, наверное, сделаю, знаешь что? Так, поставим с тобой. И вот так. Ну-ка посмотрим, что он там будет делать. Наверное, будет прокачивать у него там усиляшечки. А, нет. Не усиляшечки. У-у-у, парень, ну все. Я могу сказать одно, тебе крышка. Твои подсолнухи, да, дадут тебе энергии, но толку-то от этого. Толку от этого нету, потому что мне еще выпали челюсти. Смотри, дальше мы с тобой делаем. Вот, наверное. Так. Хильнемся сами. Это во-первых. Ну, а во-вторых, у нас есть с тобой челюсти. Угу. Подсолнух ты решил прокачать. У-у-у. Ты так, парень, далеко пойдешь, я тебе скажу. Ладно, уничтожаем с тобой подсолнух этот. Хиляться я пока не буду.
Уничтожаем грибок. Три в лицо. И уничтожаем этот цветочек. Так. Ага, у нас охотник. Ну, я думаю, что мы сделаем с тобой вот таким вот образом. Нет, конечно, его стратегия здесь не прокатила. Да хоть ты что тут сделай, все равно тебе крышка. Я уже потрачу ради понта хилочку, ну и будем, конечно, бомбить. Ага. Так. Мне дали уточку. Долой грибок отсюда. Ну и подсолнух тоже уничтожаем. Так, замечательно. Ну что, можно здесь поставить уточку. А сюда, например, зомби-спортсмена. Ну и что ты на это скажешь, а? Со своей одной картой. Что ты можешь здесь сделать? Да, конечно, ничего, друзья мои. Он сфейлится сейчас. Сдался. Правильно. Так и нужно. Ну что, я считаю, неплохо. 15 карточек мы с тобой зарабатываем. И... так, одна звезда. Да, здесь еще дают, ребята, по одной звезде. Раньше давали по две и третья за серию побед. А сейчас по одной. Ну что, любитель, выиграйте многопользовательскую игру. Получаем. Так, тут смотри, 10 гемов можно заработать, нанести 20 единиц урона героями замеха. То есть предлагают мне взять его и сыграть, да? 20 урона. В принципе, можно, но я хочу перейти хотя бы на 21-ю лигу. Для этого нужно сделать еще серию побед. Вот буквально сейчас, если мы с тобой выиграем, да, мы с тобой перелетим. Но если проиграем, у меня минус единичка здесь будет. Так, что-то у нас соперники не очень хорошо сегодня выпадают. Приходится долго ждать. Ну ладно. Надеюсь, мы справимся с очередным нашим противником. Ну что так долго? Ну серьезно, а? Нашли, нашли. И это у нас капитан Огонек. Опять 7-й ранг против меня. Хм. Так, ну это менять надо однозначно. Это что такое? Что это за карты? Ага. Ладно, поменяем. Оу, щет. Слушай, рука не зашла, ребят. Нефартовая рука у меня сейчас. Ой, какая нефартовая. Так, этого ханорика придется отсюда убирать. Или же... или потерпим. Да, я думаю, потерпим. Три в лицо, да фиг с ним. Этот удар слишком хорош для него, согласись. Так, ну что, мы с тобой можем... что-то мне подсказывает, что он его сейчас уничтожит. Ну-ка. Нет, 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 нет. Тут срочно надо будет, ребята, вот это, конечно, применять. Хотя он может... так, призрака, да, мне дают? Ага, я еще и получил. То есть, получается, 2-4. Он его сейчас пробафает, наверняка. Так, слушай, мне, наверное, лучше пропустить ход. Или же сделать... ну, предположим, я сделаю вот так. Предположим, ребята. У него 3 энергии, если он сейчас пробафает, а он его бафает, как ты видишь, соответственно, я его убрать уже не смогу. Придется ждать 5 энергии. Угу. 5 энергии. Ладно, давай хотя бы... блин. Ну да, уберем этого. Короче, он на мяте помешанный. Поэтому, ребята, вот так вот сейчас будет происходить все дело. 10 здоровья мне оставил. 5 энергии нужно мне дождаться, понимаешь? 5. Сейчас 12 с лишним, да? 12-8. Это люто на самом деле. Ну, давай я сделаю так, отхил. И плюс еще, наверное, сделаем с тобой. Вот так. Но...
Сейчас, если он мне этого уберет, это будет плохо. Он еще его бафает. Короче, он все сделал намятины своей. Короче, нам... Хилочка выпала, да? Ладно, потратим. Сейчас будет 26-12, ты представляешь? 26-12. Что-то мне подсказывает, что у него еще будет одна мята. Так, он задумался. Он сразу понял, да? Он сразу понял, ребята, что у меня есть чем уничтожить. Так, ладно. У меня есть зомбот. Тоже неплохой. Он пригодится, если он тут выставлять будет опять свои мяты. Опачки. Опачки. Хорошая карта, друзья мои. Хорошая карта. Поставим, наверное, сюда. И сделаем... Наверное, вот так. Смотрим. У него, конечно, рука там будет здоров. Смотри, сколько карточек он себе нахапал, а. Вот жулик, а. Усиливает, усиливает, друзья мои, он растение. Тут ничего я сделать не смогу. Так, убивает. 5 в лицо. Так, у него остается 10 хп. А что мы будем с тобой делать? Наносит 3 единицы урона. Как скажешь, парень, как скажешь. Так, дальше мы можем, у нас 7, да? Ну, если я, например, поставлю мумию сюда. А? Что ты на это скажешь? Уничтожишь мне мумию или нет? Ну, а на следующем ходу, скорее всего, придется нам вызывать зомбобота. Если он тут сейчас заставит все. Опа-на. Ух. Да, парнишка подготовился основательно. Так, ну что нам с тобой сделать здесь? Безумие? Обязательно безумие будем делать. Так. Давай еще. Итого 6 хп у него. 4. 4 хп, да? Значит, мы с тобой сделаем вот так. Отхил. И пока все. Больше нам пока ничего здесь делать. Опять же, радоваться пока рано. Что он там делает? Ага, убирает мумию. Так, наносит 3 единицы урона. Выставляет этого штиблета. Так, ну что мы с тобой сделаем? Нам нужно нанести ему всего лишь 4 урона. Мы можем убрать вот этого хлопца, да? Можем. Да, мы даже можем и здесь убрать, верно? Единственное, что выживем ли мы? Должны, по идее. Если мы его уничтожим, то да. И сделаем с тобой вот так еще. Ну-ка, проверим. Да. Побед за нами. Капитан Огонек пошел на дрова. Ну что, 15 карточек зарабатываем с тобой и переходим на 21-ю лигу. Плюс еще нам дадут немножко алмазиков. Сколько там? 10 штук, по-моему, да? А, 25. Итого у нас уже 700 гемов. Отлично. Ну что, двигаемся дальше тогда. Нашли, и это у нас бабах. 22-й ранг у него. Слушай, ну бабах, это да, это бабах, елки-палки. По-другому не скажешь. Но как тебе сказать, в принципе, неплохо вроде бы, да? Зомби-спортсмен, конечно, мне бы нежелательно, чтобы он мне выпадал. Опа, кактус. Ну кактус сразу раздавим с тобой. Че на него любоваться, согласись. Нанес, да? 1 единичку урона. Такой довольный, как тусенок. Так, дальше что? Будем портал с собой вызывать? Ну да, у нас других вариантов все равно с собой нету. Будем вызывать портал. Ну, а там уже
по накатанной. Лишь бы у него не было ландшафта. Что-то слишком много как-то медиков нам выпадает. Так, что нам тут достанется? Ага, Колизей. Сейчас будет свои мины разбрасывать. Почему-то мне так кажется. Да ладно, что? Он копит комбу. Друзья мои, он копит комбинацию. Вот только из кого она будет состоять? Вот это вот для меня вопрос. Так, ну что, мы, наверное, с тобой поставим сюда Колизей. Ждет, выжидает. Ну вот, видишь, например, грушу поставил сюда. Я ее пока трогать, естественно, не буду. Мне незачем ее трогать. Так. Ну, а дальше нам, наверное, надо вызвать. Давай вот так вот. Хотя там безумие и так было. Но 6-9 это все-таки хорошо. Хотя, может, их уничтожить. У него наверняка есть, да, какая-нибудь там заклинашка против вот таких вот зомбарей. Смотри, что он сделал, а. Это, конечно, не очень хорошо. Так, что он там еще? Горячку? Она наносит 6 единиц урона. То есть зомби все равно этого не пробьет. А, он убирает ее еще к тому же. Вот там пускай и стоит теперь. До посинения, да? Так. Что там у него? Он же может переместить, по-моему, да? У него есть пузырь. Ага, наносит 3 единицы урона. Ради бога. Ради бога. Так, у нас с вами зомби. Кого бы нам поставить? Ну, давай, наверное, вот этого выставим сюда, да? Медика, я думаю, пока стоит. Не стоит ставить. Так, что он там? Шаманство. Угу. Так, дальше что он там? Ага, наносит 2 единицы урона. Предположим. Но это ягоде все равно крышка. Ты понимаешь, да? Мало того, что ей крышка, так мы еще и пробьем. Смотри, опа. Блин, нет, ребят, не пробьем. Не пробили. Потому что получил урон. Так, он, значит, сюда свои растения будет выставлять, они тоже будут получать урон. Поэтому нам нужно сюда ставить кого-нибудь покрепче, бронявого. Так, у него всего 9 хп. Ну. Кстати, мы можем с тобой применить вот эту вот. Ага, вот так он сделал. Ну, груша-то это сейчас превратится, друзья мои, в большую грушу. Но так как здесь ландшафт, мы можем нанести 3 урона. Верно? Верно. Смотри. Делаем так. Груша, давай, превращайся в большую. О! Мы ее сейчас тоже уничтожим. Угу. И 7 хп остается всего лишь у нашего противника. Так, ну здесь мы с тобой сделаем немножко попроще. Вот так. Блин, не хочу я сюда ставить на эту линию, понимаешь, никого. Оу. Так, этот орех серьезный парень, да? Этот орех серьезный парень, у него 5 энергии еще есть. То есть он может тут еще неплохо погутарить. Как мне этот орех? На него заклинания не действуют. Опа-на. Оу, в случайных превратил. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что-то слишком жестко, друзья мои, слишком жестко. Как бы не справляться. Блин, еще и зомби меня заморозили здесь, прикинь. Где мой зомбобот? Что он там делает? Ах ты, передвинул, да? Так, ну что, блин. Ну, уничтожим вот этого. Это раз. Так, груша. Блин, как мне тут сделать-то? Давай, наверное, вот так вот. Ай, надо было вот этого вот ханурика раздавить. Ладно, фиг с ним. Да, вот с этим, конечно, чудиком ему повезло. Моли капуста какая-то. Ага. Он еще и прокачивается. Воу.
Так, а это кто хиляет? Вот этот, что ли? Восстанавливает здоровье всех растений. Ага, на одну единицу. Ничего себе. Вот это, друзья мои, фокусы. Так, ну что, поставим, наверное, вот этого сюда. Это с бессмертием. Так. По идее, вот этого надо говнюка валить. По идее. Попробуем. Я не знаю, получится у нас, нет? Раздолбать их. Ему, конечно, повезло вот с этим ханориком, что он тут... Оу, еще и себе шкалу заполняет полностью. Это плохо. Где мой зомбобот, а? Объясни мне на милость. Опять он эту ягоду вызвал сюда, а? Плохо. Так, получает 4. Так, тут выдерживает. Сейчас еще всем по одной хпшке, да, восстановит. Мне дали призрака. Призрака дали, да? Ну, что будем делать? Как нам тут с тобой разобраться-то с ним? Наверное, вот так вот сделаем. Он там втихушку копит карты. Втихаря. Я ведь знаю, что он там что-то копит. Оу, нет, моих превращает в... Короче, ребят, ну тут смотри. Легендарных карт, блин. Нахапал, а? Да, тут, конечно, без вариантов. Тут без вариантов. Даже это мне не поможет, да? Хотя можно было вот этого убрать. Но, согласись, это меня не спасло. Так, ну что, понижает меня, да? На одну ячейку. А, я даже еще, ребята, здесь и не заработал ничего. Поехали. Вот в чем плюс здесь? То, что нас не могут ниже полученного ранга сбросить. Ну, ему, честно, очень крупно повезло. Очень крупно повезло, что у него были вот эти вот моли-капусты, или как ее там величать, которые превратила, ну, в легендарные карты практически во все. Все растения легендарные у него оказались. Ладно, мы с вами сдаваться не собираемся. Продолжаем битву, и против у нас зеленая тень. Так, он выбирает карты. В общем, первого хода у меня нет, только лишь заклинание. Это валун. Плюс зомби, который уменьшает атаку. Так, я пропускаю здесь ход. Тоже ничего не стал делать, да? Ладно. Блин, я до сих пор ничего не могу сделать. Пропускаем ход. Да ну, хорош, тень. Ты что-то там... Что-то там придумает. Кстати, у него какой? 23 ранг, да? То есть повыше, чем у меня будет. Ну, предположим, я вызову вот этого. Но. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну что, атаку только ему придется понизить. Поехали. Бумс. А он вытягивает карту. А, он только если когда наносит урон и выживает, да? Только в этом случае он будет вытягивать карту. Ладно, давай позовем сюда Йети. Можно было валуном, конечно, его раздавить. Оу, слушай, шикарная карта. Что это, блин? Банановая смьюзи, ё-моё. Так, ладно, огурец вальнули. Йети потеряли. Что сделаем с тобой? Так, амфибия уничтожает... А, получает 1 плюс 1 и уничтожает всех растений здесь. Всех растений здесь. Блин, что сделать-то? Как лучше сделать, а? Поставить этого шитика сюда, да? Или вот этого с эволюцией? Давай вот так вот сделаем. Поехали. Ему придется потратить карту какую-нибудь хорошую, да? Типа... Оу, 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 тихо. Все-таки решил банан свой прапать, да? Ладно, придется банан уничтожить нам.
Нам придется банан уничтожить, и от него, по-моему, вылетят еще два банана. По 2-2, да? Если быть точным. Поехали. Жалко зомби, конечно. Ну. Так, есть медик. Есть медик, есть гаргантюа. Мы можем с тобой, конечно... Ну, если я поставлю сюда хила. Вот сюда вот, наверное, поставить нам лучше надо. Так, хильнемся. Ну и смотрим, что он там дальше будет делать. Оу. Так. Решил прокачать, да? Решил все-таки прокачать. Что нам сделать с тобой, а? Но этого мы бомбанем, это понятное дело. Тут обмен. Этого что ли нам хлопнуть? Ну давай уничтожим его этот. Потому что сейчас все равно здесь выпадут два банана. Два банана. Поехали. Так, 2-2, ну о чем я тебе и говорил. Угу. Теперь нужно нам с этими бананами как-то справляться. Вопрос как. Ну, если я, например, поставлю вот этого чудика, да? И, предположим, вот так. Ему вот этот вот покой не дает. Мне бы лично не давал бы. Я бы думал бы, как его уничтожить. С этими-то фиг с ним. А вот как вот этого? Наносит бонусную атаку. Вау. Так. А что это за грибок такой, интересно мне знать. А? Слушай, подожди, может быть нам лучше так сделать? Опа, она, он что там, щит бросил свой, паршивец, а? Воу-воу-воу-воу-воу. Так, хиляться срочно. Пять хп остается всего лишь, да? 5 хп. Ну что, мы сюда поставим, наверное, с тобой вот так. И сделаем. И сделаем эволюцию. Как-то вот так вот. Ну и что? Ага. Ха, бонусная атака будет или нет? Слушай, мне не нравится его на вот эта дурацкая затея, если честно. Ну, предположим, я сделаю вот так. Предположим, ребят, поехали. Да, 4 в лицо получаем. Так, еще 3, да? Безумие. Ну, безумие я поставлю сюда. Ну, все. Расписали зеленую тень, у него не было водных, как ты понимаешь, растений. Точнее, да, растений. И он не смог противостоять мне. Получено звезд одна. Да. Ну что, едем дальше. Нам нужно с тобой сколько? Получается, если мы вот следующий бой выиграем, да, получим 2 звезды. Это будет 3. Господи, это нужно 2 победы сделать. Причем без проигрышных. Ну ладно, посмотрим. Вспышка на солнце у нас здесь. Давай вот эту карту поменяем и вот эту. Вот эту вот поменяйте мне, пожалуйста. Ай. Ладно, хотя бы есть первый ход. Начинаем. Что ты нам дашь? Слушай, ну неплохая, в принципе, карта вот эта вот. А он сейчас начнет с шампиньонов. Блин, ну почему они встали на таких вот линиях? Мне кажется, что, ребята, здесь пахнет ананасом. Тут, скорее всего, будет ананасовая колода. Так, ну что, пропускаем мы 1 единицу в лицо ему, а сами получаем 2 единицы. Так, ну ладно, призрак нам, как говорится, в помощь. О, тут еще и навязчивый призрак у нас есть. Так, что у него там? Ага.
Ягодку призвал, да? Как будем с этой ягодкой драться? Ну, мы можем с тобой поставить призрака сюда, да? Или же даже сделать вот так. Так будет даже лучше. Ай-яй-яй. Это нехорошо. Это нехорошо, родная. Так, уменьшаем атаку, конечно же. Поехали. Два в лицо это лучше, чем четыре, согласись. Так, о, зомбобот вышел. Но тут в другом вопрос. Так. Она же сейчас уйдет, по-моему, да? Убежит, оу. Так, давай сюда поставим. Одна единичка энергии есть, если что, мы с тобой сможем. Блин, горелый. Не сможем. Ну, вот так вот тогда сделаю. Пять в лицо, это плохо. Пять в лицо, когда получаешь это всегда, друзья мои, плохо. Давай сделаем вот так вот и вот так. Так, если у него есть... Да ладно. Угу. Наносит... А почему именно этому? Чё-то он тут намудрил. Друзья мои. Так, естественно, мы с тобой сюда будем ставить призрака, а вот этого уничтожать. Ты понимаешь, да, как это будет выглядеть? Я думаю, ты уже давно-давно понял, как это все будет смотреться. Короче, делаем с тобой вот так. Опа. А теперь мы с тобой можем сделать... Слушай, уничтожит он мне этого призрака, я чувствую, поэтому... Да ладно, 5 в лицо, фиг с ним, ребят. 5 в лицо у нас, тем более, сработает с тобой блок, да? Если он, конечно, сейчас уничтожит мне этого призрака. Ты смотри, что он тут набрал, а? Ты понял? Ага. Так, дайте мне. Вот, отлично. Да нет, не отлично, ребят. Это плохо все. Уничтожаем с тобой персик. Тут. Ну, 5 в лицо, не сбежать. Так, Гаргантюа лекарь, да? Ну что, давай поставим сюда его. Да ты запарил, сколько он их набрал-то там, а? Слушай, по-моему, нам крышка. 3, 5, 8 в лицо. Это трындец, ребят. Ты смотри, сколько он этих гадов набрал себе, а? Я просто за ними не успевал. Блин, только набрал, и опять упали с тобой, а? Ну, мне нравится. Это лучше, чем, извини меня, драться и все время выигрывать. Надо, как говорится, и проигрывать, хотя бы подумать. Может быть, мне, конечно, стоило бы колоду поменять. А может быть, сыграть вообще за кого-нибудь другого. Ой, Цитрон. 30-й ранг. Ё-моё, сейчас будет расколбас. Сейчас тут будет расколбас. Не в мою, конечно, сторону. Блин, нафиг мне этот опять медик. Курицу уберем. Да. Не самый лучший, конечно, вариант. Цитрон меня раздражает, он как этот. У нас есть орех, который делает на себя неуязвимость, да? Но он чисто на себя делает. А цитрон делает на себя и на растений. То есть он вообще имбовый. Так, мне опять же пока никого поставить не дают. Пропускаем ход. Ага. Кот, кот-камыш хотел сказать. Ну да, практически кот-камыш. Как мы его? Мы его можем, ребят, вот так вот наказать. Вообще его лишить просто-напросто атаки. Если, конечно, он сейчас его не усилит. Нет, смотри-ка, он вызвал какой-то гриб. Он вызвал какой-то гриб. Так, давай-ка вот так вот сделаем с тобой. А гриб, главное, щит у него из ореха сделан. Молодцы. Так, ну что. Я, наверное, сделаю вот так вот.
И молимся, чтобы у него не было уничтожить надгробие. Че ты там машешь, а? Да ладно, блин, этого ханорика призвал. Что мы с тобой можем сделать здесь? Да ничего. Просто получить два в лицо. А он сейчас карту еще вытянет тебе. Да-да. Так, вытянул карту. Слушай, я думаю, ты не будешь против, если мы с тобой сделаем вот так. Смотрим, что он там сейчас замутит. У меня только один вариант. Либо уничтожить вот этого котика, либо уничтожить вот этого. Но если он его, конечно, не проапает, не усилит, как говорится, да? Вот у нас, видишь, есть челюсти. Мы ему сделаем 1-3. Ну, а дальше разберем его просто-напросто. Но все зависит от того, что он сейчас сделает. 30-й ранг, извини меня, это не шуточки. Чувак дошел все-таки до туда как-то. Значит, у него есть план. Да, у него есть план, ребята. Че там? Ага, вот об этом я тебе и говорил. Он сделал неуязвимость на всех. Ну что, нам остается только выживать. Давай вот так сделаю. Просто хотя бы выжить. Так. Ну, предположим, да? Ага. Две карты вытягивает, гадюныш. Посмотри на него. Так, этого мы, предположим, уничтожим, да, с тобой? Дальше я, наверное, сделаю вот так и вот так. Если что, применять будем неуязвимость. Ох, мину достал. Да хорош уже, ё-моё. Чего? Слушай, что-то слишком борзо как-то. Они что? Да хорош прокачивать уже, эй! Офигеть. Что мы с тобой можем сделать здесь? Неуязвимость повесить. Неуязвимость, да? Ну ладно, давай повесим. Так, кстати, неплохая карта выпала, но... Ну, не уверен, что она нас здесь выручит. Опачки. Так. Тихо, 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 не надо. И этот сейчас еще их прапает, да? Офигеть. Так, друзья мои, ну что, будем тратиться или как? Ой-ой-ой, как же тут жестко. Я пропущу ход. Наверное, глупость сделал какую-то. Значит, он за счет вот этих вот гаденышей прапался, да? Так, здесь у нас минус 2, да? Мы можем этих всех... Что это еще за ползунок вылез тут, а? Кто ты? Если этим вынесли урон зомби-герою, шаман с зерна... Ага, кабачка или баба? Кабачка или баба? Ну что, давай сделаем с тобой так вот. Так, этого тоже наказываем. Так, сердечко. Слушай, пока я не буду тратить. И еще, наверное, разочек мы с тобой сделаем, да? Еще разочек сделаем на дорожку. Так, это все бомбит, да, по нам? И уничтожим... Вот эту вот фигню. Слушай, он запарил. Все. Так, получим. Ну, не кисло мы сейчас урона с тобой получаем, опять же.
Опять же не кисло. Так, давай уничтожим этого гаврюшу. У меня с картами беда просто какая-то. Две челюсти. Так, эта фигня пускай прокачивается, да? А мы с тобой... ну, сделаем вот так. Ха-ха-ха-ха. Не-не-не-не, парень, это не поможет. Вот это да, вот это плохо. Что там? Что он там делает? Что за фигней занимается, а? Так, какие у нас с тобой варианты? Уничтожить вот этих гавриков, так? Ну да. Так. Бамс, три в лицо получили. 8 хп, блин, с картами вообще беда. Ну и нафиг мне вот этот нужен здесь, а? Вот скажи-ка мне. Со своей эволюцией, не эволюцией, а просто... просто с обычной защитой от магии, от заклинаний. Конечно, гриб. Слушай, он грибов этих набрал, тут целую кучу. Целую кучу грибов, да? Что? Когда растение наносит атаку, он вытягивает карту? Мне хиляться надо. А этот гад бомбит сразу же, да? Так, это сам сгорел, блин. Так, вытягивает карту. Безумие. Пока отложим в сторонку. Ну какой валун, ну ё-моё. Ну все, фейл, опять же фейл, друзья мои. Слушай, может быть нам надо убрать отсюда какие-нибудь карты, уж больно много валунов. Ландшафта ты заметил, что у меня нету? Все пользуются ландшафтами. А у разгрома что там? А, у него есть портал. Так, эволюцию сделал. И все вот эти вот мелкие говнюки, они работают за счет эволюции. Ты заметил? За счет прокачки и так далее. Ну что, сейчас еще получим три в лицо. Ну, нам крышка здесь, понятное дело. Сейчас посмотрим с тобой, какая там колода. Может быть, нам сыграть за супермозг. Нет, супермозг это не то. Давай-ка, разгромчик, покажи, пожалуйста, мне свою колоду. Две челюсти, так. Призраки. Ну, как бы я претензий никаких не имею, если честно. В принципе, все устраивает. Может быть, конечно, взять вот это вот заклинание. Так, призраки, все это есть у нас. Хм. Может быть то, что у нас очень много слабых карт. Вот, например, челюсти две. Одну, предположим, если мы с тобой уберем, да, и кого поставить можем. Ну вот Йетти можно было бы поставить. Он все-таки может тебе дать хорошую... а, подожди-ка, ландшафты, ландшафты. Блин, да... да ё-моё, да чтоб тебя! Ландшафт, ландшафт. О, 26-й ранг. Блин. По-моему, началось 26-й, потом 30-й и начнется сейчас, короче. Вот эту курицу, может быть, убрать нам с тобой, а? Орех. В доспехах. Ну, хорош там уже думать, ну. Ну, давай, начнем потихоньку. Угу. Этот зомби наносит всем одну единицу урона. И моим... и врагам. Так. Началось, да, как говорится? Ну, давай вот так вот сделаем. Что-то там задумался. Ага, вызвал. Подсолнух. Двойной причем, ребят. Двойной подсолнух.
Двойной подсолнух. Две энергии, да, получит? То есть 3 станет 5. Молодец. Так, погоди-ка, что мне тут лучше сделать-то, а? Этого вызывать, блин, это рискованно. Ну, давай его сюда вот поставлю. Да ёб красоты, на одних подсолнах, что ли, теперь будешь жить? Плюс 2 энергии даю, да? Так, а если я, например, поставлю... Ну, вот так вот. К примеру. Угу. Что ты там мутишь, а? Мутит что-то непонятное. Так, хорошо. Давай выставим сюда Йети. Блин, этот хорош, но когда орехи есть. А тут орехов... Ты видишь тут орехи? Я не вижу вообще. О, только об орехе вспомнил. И вот он. Так, зачем он сюда хила поставил, а? Зачем он сюда послал хила? Объясни-ка мне на милость. Ну ладно. Так, нам нужно с тобой вот этот будет подсолнух убрать отсюда. Как нам сделать? Бомбануть? Да-да-да-да-да-да-да. Нахапал, да? Нахапал, гаденыш. Ну что, будем выставлять его? Да, надо, по идее. И 2 единицы энергии у нас с тобой остается. Как раз уничтожить вот этот орех, да? Давай посмотрим. У него 3 карты осталось. Опять подсолнух, а? Так. Съедаем этот орех. Кедрень фени. Понеслась. Тут обмен, тут 3 в лицо. Этого уничтожим, еще 3 в лицо. Блин, дофига. Дофига на получали, если честно. Так, шар. Шар уничтожает только кого? Только того он уничтожает. 4. Ну, мы с тобой зато подхилимся, да? 4. Ладно, давай лечиться. Так, у него 2 карты. Какие карты, я фиг его знает. Подсолнухи, наверное, нет? Ага, вытягивает карту себе. Ну, ладно. Так, у нас с тобой есть шар. И, ну, и отхил есть, естественно. Так, удвоение растения. Здоровье повышаем, да? Тратить шар. Да ладно, потратим шар, ну фиг делать. Так, и отхиливаемся. Так, поехали. Единственное, я не могу понять, зачем. Так. Оставим, наверное, пока. Так, зомби с броней. Так, что нам тут замутить, а? Сделаем, наверное, вот так вот. Колизей нам выпадает, да? Колизей как раз. Нет, нифига не как раз. Йети сюда позовем. Но амфибия. 4-3. У него 2 карты, друзья мои. И 12 хп. Ягоду эту поставил. Будешь апать, не? Ах, вот ты что сделал. Понятно. Блин, жалко, у меня нет еще одного. Я бы его съел. Ну, уничтожил просто сразу бы. Так, дали зомби в броне, да? Так, ну что, тут мы с тобой сделаем вот таким вот образом.
Так, нам нужно будет с тобой обязательно вот это вот. Сколько там? 2-2. То есть мы уничтожим, да, эту ягоду. Есть такой шанс. Ну и охотника, наверное, поставим. Все, пока на этом. Так, хиляться решил. Он решил хильнуться. Поехали. Так. Ну, 3 в лицо нам прилетит, как ни крути. Тут неизбежно было. Так, он получил энергию дополнительную. Ну что, можем с тобой сделать... Вот так вот поставить Колизей. Потом поставить, например, вот так вот. Ну и, например, сделать вот так. Можно было на воду, конечно, поставить, но я боюсь, если он кого-то здесь влепит, может быть, мощного даже, чтобы он вот сюда не встал. Точнее, на другую любую линию, он пойдет именно сюда. Герой становится неуязвимым. Ладно. Он вытянул себе карту какую-то, наверняка там стена орех. У него еще вся броня до сих пор. Нифига себе. Орешек мне достался. Так, поехали. Пейнс, ага. Оу, красота-то какая. Зомбобот, друзья мои. Зомбобот здесь у нас появляется. То есть я теперь себя чувствую вообще великолепно. Так, что там? Наносит урон отсюда? Ладно, предположим. Понеслась. Так, орех. Орех наверняка поставит. Нет, ничего не стал. Так, ну, добить не сможет. Одно хп остается, и теперь дали мне призрака. Слушай, я никого здесь не буду выставлять. Я хочу посмотреть, что он сейчас сделает. Да он, наверное, сдастся. Хотя у него еще защита сработает. То есть я его сейчас не убью. Но он сдался, друзья мои. Да. Вот такие вот у нас бои происходят здесь. Ожесточенные, я бы так сказал. Ну что, давай, наверное, еще на дорожку один бой с тобой сыграем. Если проиграем, плохо. Если выиграем, ну, будет хорошо. Так, что у нас тут? Блин, опять выше ранга мне дают противника. И тут у нас, не забывай, ночной колпак. Да что вы мне... Ой, ну, надавали, а. Ты посмотри. Нет у меня первого хода. Навязчивый призрак только лишь. Да и то со второго только начинает. Так. Что-то мне это не нравится. Грибная вся стрепнина вот эта вот. Погоди-ка, я что-то не понял. Как он... А, не... ноль энергии, что ли, стоит? Да, ну, быть такого не может. Так, ладно, я выставляю сюда навязчивого призрака нашего. Так, у него 3 карты осталось. Что-то задумался. Ага. Галактический. Как там, фасоль? Так. Нам дают с вами привидение, это хорошо. Так, безумие мы пока с тобой сохраним. Еще один призрак у нас есть. Слушай-ка, мы можем с тобой сделать вот так. К примеру. Нет. Блин, зараза, а. Че, нам придется усиляться с вами.
А зачем? Смысл? Получить в лицо люлей? Что-то неохота. В любом случае они разберут меня. Как-то вот так у нас с тобой должно получаться. Так, дальше у нас что есть с тобой? Ну, например, мы с тобой сделаем вот так. Блин, нам бы дожить с тобой, если честно. Сейчас еще, да, наверное, грибок? Нет, вызвало такую вот штуку, которая у нас клонирует себя. Так, ладно, мы получаем сейчас тут с тобой тоже здоровские. Так, у меня нету ни медика, да, никого. Сейчас тут появится дубликат. О, вот эта карта нам как раз с тобой здесь и пригодится. То есть мы сделаем с тобой хитро. Две энергии нам нужно оставить, три энергии можно потратить. И сделаем, наверное, с тобой... Ну, как будто вот так, как будто я хочу прикрыться. Надеюсь, он клюнет на мой прикол. Арбуз. Арбуз он замораживает, да? Так, кому мы с тобой понизим атаку? Ему? Арбузу этому давай. Так, а вот этих вот олухов уничтожаем. Одна змейка и вторая змейка автоматически идет. Все. То есть мы получим с тобой одну единицу урона. Ну, в лицо я имею в виду. Так. Мне нужно хиляться срочно, причем. Как это сделать? А? Скажи-ка мне на милость. Либо призвать... Нет, давай, наверное, вот так вот сделаем. Ага. Хороша карта, но она для ландшафта. Ладно, поставим сюда. У него 4 карты, он уже успел нахапать где-то. Опа, сделал эволюцию. Так, а что он делает? Ага, растение поблизости там получает урон обалденный, да? Так, что там у него за карта? Так, все растения получают плюс один, плюс один. Воу! Так... Ты понял, да, что он делает? Ха-ха. Слушай-ка, это плохо. Что он такое здесь может замутить? Ставим сюда вот этого парня с безумием. Фига, он в разные стороны бомбит. По пятерочке. Неплохо, да? То есть, неужели мы проиграем с тобой, да? Он сейчас бомбанет. У меня сработает защита. Так. И этот потом добивает. Хотя... А спасет ли мне этот хил? По-моему, нет. Да. Как? Как мне его подбить, друзья? Ну, уже никак, по ходу дела. Уже, по ходу дела, никак. Я могу поставить сюда, сюда. А он в любую точку поставит, и все, ребята. И крышка мне. Так, курица. Так а что мне от этой курицы толку-то, ё-моё? Хотя, ребята, нет, все нормуль. Мы можем уничтожить с вами этот гриб. Если он рядом никого не поставит. Если он сюда не поставит никого, то можем выиграть. Твою налево, ты запарил уже, а? Да что он там делает? Что? Что? Что это за чудак? Что он там вытворяет? Вернул? Вернул мне курочку, гаденыш, да? Ай-яй-яй, как плохо-то. Так, что он делает? Я хочу посмотреть. Просто атаку нанес, и все, что ли? Как быть? Ну, давай я так сделаю.
прикроюсь. Да что, у меня с картами говно какое-то полное, понимаешь, получается. Мне вот сейчас любого поставь сюда и все. Нету нормальных карт. Ну что это такое? 5, 7 и 7. И не туда, и не сюда. Он еще что-то там думает. Но он боится, он думает, что у меня может быть какое-то заклинание, да, за 4 там энергии сейчас выставить сюда растение, и мы его типа уничтожим. Все, ребят, мне крышка. Я ничего сделать не могу. Даже прикрыться не могу вот от этого и вот ледяной груши, по ходу дела, да? Чё? Ну, тем более. Тем более, друзья мои. Все, крышка. Короче, блин, 10 проигрышей, 1 победа. Чё-то меня такой расклад не совсем устраивает. Так и будем на месте топтаться туда-сюда, туда-сюда. Ну что, ребят, я думаю, будем закругляться. Кстати, может быть, нам с тобой потратить гемы или все-таки накопить на набор? Пишите в комментариях. Можно, конечно, по одному открывать, а можно сразу 10, но нужно накопить 1000. Ух, как-то неохота вот с таким вот, знаешь, настроением заканчивать игру, но дальше еще будет только хуже. Так что увидимся в следующих сериях, друзья мои. Всем удачи и до скорого.